Всех приветствую, друзья, и желаю вам хорошего дня или вечера. Мы с вами пройдемся по магазинам Fix Price в городе Челябинск и поищем классные новинки. В новой поставке вновь пришла зубная паста Aquafresh Splash со вкусом клубники и мяты на 6-8 лет с картой 120 рублей. Зубная паста Splat с инжиром, бережное отбеливание. 125 грамм, цена 149 рублей. Гель-отбеливатель с комплексным действием чистин белизна. Объем 750 мл, 59 рублей. Немного в другом оформлении, но средство абсолютно такое же. За 79 рублей 950 мл. Антистатик Velon Pro, объем 200 мл, цена 79 рублей. Подходит для любых видов тканей с приятным запахом. Термостельки универсальные, 36-45 размер. Одна пара с белым ворсом, цена 59. Корзина складная, размер 48 на 29 на 31 сантиметр. Показываю вам на картинке, распаковывать не буду. Думаю, что обратно точно так же не сложу. 99 рублей в ярко-зеленом, розовом и фиолетовом цвете. Очередные тряпки для уборки пола, цена 99 рублей. Множество расцветок, размер 50 на 70 с подшитым краем. И еще одни тряпочки в пакетике. 55 рублей. По форме, видимо, пытались сделать зайку. Размер 30 на 30 сантиметров. Есть три расцветки. Мне кажется, фикси можно набором за эту же цену найти. Салфетка из микрофибры. Цена 79 рублей. Размер 30 на 50 сантиметров. Очень плотная. В разных цветах. Новый крекер с сыром от марки Яшкино выпекается в печи. Если я не ошибаюсь, у этой марки почти все с пальмовым маслом. В этом продукте его нет, но зато много всего другого. 135 грамм, цена 29,50. Чашечка супа Knorr, харчо с сухариками. Цена 19,10. В целом состав не ужасный. Необходимо высыпать в чашку суп, добавить кипятка и 2-3 минуты готово. Подставка для телефона имеет множество расцветок. Нескользящее покрытие, 149 рублей. Также она немного раздвигается вверх. Светильник-ночник, который мы с вами наблюдали в прошлый раз, я нашла еще в двух вариантах. Это кораблик, необходимо сверху снять пленку. А вот этот идеально подойдет для детской комнаты. 249 рублей. Смотрите, какие загадочные пакетики. Внутри, судя по всему, брелочек. Если подглянуть внутрь, то фигурка должна совпадать с той, что на самом пакетике. Мини-подарочек за 79. Настольный органайзер от марки Present. Если честно, мне напоминают полочки для лаков, гель-лаков у мастеров маникюра. Есть схема крепления ножек, размер 27 на 18, множество расцветок за 199. Набор чайных свечей, 12 штук, ароматизированные, конечно, разноцветные, парафин за 79. Кажется, такие резинки для волос тоже привозили. Яркие расцветки, наборы отличаются, 59 рублей. Набор из двух тонких ободочков, волной идущие, покрытые глянцем. Не будут царапать голову за счет резиновых заглушек. Наборы отличаются цветами, черный не везде, цена 59 рублей. Подарочные коробки с новогодним рисунком, размер 24 на 21 на 6 сантиметров. Поделюсь всеми цветами и выберите лучший. В собранном виде коробочка совсем небольшая. Это, пожалуй, самая новогодняя расцветка. А еще есть вот таких два ярких варианта. Картон не очень плотный, цена 149. Есть однотонные коробки размером 28 на 21 на 7 сантиметров. 199 рублей, и они уже из плотного картона. Третий вариант коробок по цене 149 рублей. 20 на 15 на 6 сантиметров. Плотный картон, но зато без рисунков. Акция на новогодние стеклянные шарики 49,50, диаметр 6 сантиметров. В красном и золотом цвете. Объемные декоративные наклейки, лист 42 на 27 сантиметров. Есть перышки, подойдут для украшения стен. Цена 79 рублей. Мне больше всего приглянулись перышки, но также есть самолеты для детской комнаты и крупные цветы в неярком цвете. Деревянный 3D-пазл-конструктор от марки Present. На коробке указан размер фигурки, но у каждой фигурки он свой. Всего их 8, мне очень понравился олень. Новогодняя тематика «Волк». В наборе также краски и кисть для раскрашивания. Цена 249 рублей.
Хочется поблагодарить сотрудников магазина за создание праздничного настроения. В отделе с канцелярией можно найти папки в ярких цветах формата А4, разделенную на 5 частей. Каждое отделение пригодится под определенные документы. Цветов много, цена 149 рублей. Большая косметичка, которую удобно брать в дорогу. Размер 21 на 28 на 10 сантиметров. С одной стороны есть рисунок, а с другой кармашек на молнии. И такие скользкие мягкие лямки. Кроме овечки нашла клубничку и в классическом черном цвете с пятнами за 249 рублей. Очередной небольшой кошелечек на молнии, есть цепочка 8 сантиметров, можно прицепить к ключам. Размер 2,5 на 14 на 8,5 сантиметров. Сделан кошелечек аккуратно, 199 рублей, 4 расцветки. Внутри кошелька нет подклада, но думаю, он и не понадобится. Держатель для карт размером 2 на 10,5 на 7,5 сантиметров. На молнии за 199 рублей. Сейчас все меньше людей носит с собой мелочь или бумажные деньги, а карт сюда поместится достаточно. Но закрывается он плотно, если положите даже мелочь, то думаю, не высыпется. Цвета приблизительно такие же, как у кошелечков. Стеклянные кружки объемом 490 мл. Очень понравилась форма, удобные. Заметьте, они не гладкие, из толстого стекла и цена 149 рублей. Кружка с надписью подобной формы уже привозили. Внутри они цветные. 430 мл керамика с надписью «Удачи» и с наилучшими пожеланиями за 149. Стопка с узором, объем 60 мл, коллекция Edelweiss. Цветы на бронзовом фоне. Цена 29,50. Серия большая, есть бокал для бренди, объем 400 мл, для шампанского 200 мл и для вина 240, все по 149 рублей. Стакан для виски из натрия кальция силикатного стекла под названием «Вальс». Снизу красиво сделано, 345 мл. Также есть высокие стаканы за 79. Очередные кружки с рисунком, в приятных расцветках, из керамики. Объем 385 мл. Снаружи будто квадратные, а изнутри круглые. За 79. Штопор на первый взгляд выполнен отлично. Он такой тяжеленький, цена 249 рублей. Вставки из полипропилена, основа из оцинкованной стали. Под Новый год снова привезли стаканы из стекла в форме елочек, 420 мл, максимальная температура 90 градусов. На трубочках декоративные элементы, это елка, Дед Мороз и пингвин за 99. Хотелось бы пояснить некоторые комментарии по поводу того, что показываю не новинки. Я не выбираю товары, какая поставка пришла, то и показываю. Еще ни в одном магазине не находила так много коллекции с оленятами. Вот уже и салатники привезли 790 мл, 79 рублей. Маленькие за 59, тарелочки стоят тоже 79, это которые самого маленького размера, диаметр 17,5. Красивые бокалы для шампанского из толстого цветного стекла, объем 150 мл. Цена 99 рублей в голубом, розовом и зеленом цвете. Раньше очень хотела себе такие бокалы, фамилии заглядывалась, но вот сейчас смотрю и какие-то сомнения. Полочка для специй из коллекции Loft в черном цвете. Подставка размером 28 на 12 сантиметров, цена 199 рублей. Еще один элемент с картинки, это корзина для фруктов, 22 на 14 на 25 сантиметров, совсем небольшая, за 199 рублей. Вновь черные корзины за 249 рублей, размер 30 на 20 сантиметров. Рядом навесные корзины за 299 рублей для кухни и навесной держатель за 249 рублей. Корзины 28 на 25, снизу можно еще что-то подвесить, а вот навесной держатель пригодится для досок и полотенец. Кстати, у нас в магазине все еще можно найти подставки белого цвета, широкие со складными ножками. 395 на 225 на 175 мм. Цена 299 рублей. Пакеты для продуктов от Bon Home 13 на 17 с милым рисунком. По 3 штуки в упаковке, есть с пандой и с котенком, а также с кроликом и щеночком. Цена 55 рублей. Благодарю за просмотр, ваша поддержка очень важна, ведь я работаю почти каждый день. Я желаю вам отличного настроения, хороших покупок. Пока-пока!